Мисс России 2018 Юлия Поличихина сегодня вернулась в Чебоксары. Победительница конкурса красоты встретилась с журналистами на пресс-конференции в Чувашском госуниверситете. Постоянные съемки, радиоэфиры, телесъемки тоже. Конечно же, поначалу я была просто очень напугана, я боялась всего этого, но после первого или второго, наверное, эфира я уже поняла, что мне все это нравится, и это моя сфера. Когда я пошла учиться на журналиста, поступила, тогда я поняла, что я смогу связать эту сферу как-то с моделингом. И мне кажется, мне было бы проще и учиться, и как раз-таки совмещать две эти работы. А дальше я планирую продолжать учиться в этом же направлении.